На какие виды власти подразделяется государственная власть в Туркменистане? Согласно статье 6 Конституции Туркменистана, государственная власть в Туркменистане делится на законодательную, исполнительную и судебную власти, они действуют самостоятельно, уравновешивая друг друга. На какие виды власти подразделяется государственная власть в Туркменистане? Согласно статье 6 Конституции Туркменистана, государственная власть в Туркменистане делится на законодательную, исполнительную и судебную власти, они действуют самостоятельно, уравновешивая друг друга.